Знаменательное событие в Комсомольском районе в селе Урмеево открыли соборную мечеть имени Рахимуллы Миназетдинова. Вместе с урмаевцами порог обновленного здания переступили глава Чуваши Олег Николаев и президент Республики Татарстан Рустам Миниханов. Чувашия – многонациональная республика. На протяжении многих веков здесь дружно проживают более 128 народов и национальностей, в том числе и татары. Братский народ – третий по численности населения Чувашии и, несомненно, вносит вклад в устройство жизни и сохранение традиций региона. Именно на деньги местных жителей в селе Урмаево возводили соборную мечеть. Кажется, что такой огромный, прекрасный, красивый мечеть построили благодаря населению Урмаева, все жители Урмаева, сколько могли, помогли. В селе мечеть была еще и 30 лет назад, но площадь у нее была совсем крошечная. Она попросту не вмещала всех прихожан. В 2014 году местные задумали реконструировать здание. Несмотря на капитальное обновление мечети, цоколь решили оставить в прежнем состоянии, как символ истории урмаевцев. Мечеть, которая до этого служила в этом селе более 30 лет, и, несомненно, люди, которые здесь живут, с одной стороны, привыкли, но с другой стороны, сегодня обретают не просто новые стены, а самое главное – новое содержание. Новое содержание реализации своих потребностей. Разделил радость с сельчанами и президент Татарстана. Он выразил огромную благодарность за бережное отношение к культуре и религии татарского народа. Увидел прекрасный населенный пункт, прекрасные мечети, созданы все условия, как вы сказали, 120 с лишним национальностей, народностей. Все они могут проповедовать и свою религию, сохранять свои традиции. Тесно в просторной мечети теперь не будет никому. Рядом с величественным зданием еще обустроили зону для отдыха и прогулок. Дарья Петрова, Алиса Александрова, Дмитрий Макаров, Вести Чувашия.